Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Всего самого доброго вам желает съемочная группа программы «Вековая молитва». 22 мая 2019 года верующие отметили большой праздник Никола Летний или День Николая Чудотворца. В Сергиевском районе Самарской области сразу два престола освящены в честь этого святого. В Красном городке находится церковь Николая Чудотворца, а в селе Кандабулак один из пределов большого храма также освящен в честь его имени. Здесь 22 мая прошло архиерейское богослужение, о котором мы и расскажем вам сегодня. 22 мая Преосвященнейший Никифор, епископ Отрадненский и Похвистнецкий, поздравил с днем памяти святителя Николая Чудотворца, настоятеля Свято-Троицкого храма и всех жителей Кандабулака. Праздничное архиерейское богослужение прошло в одном из пределов храма, освященном в честь многочтимого святого. Не случайно второе название этой даты звучит как Никола Летний или Никола Вешний, ведь праздник является непереходящим, то есть отмечается всегда в один и тот же день. Именно 22 мая по преданию мощи святителя Николая Чудотворца были обретены в XI веке, буквально через несколько десятилетий после возникновения православной религии. По легенде, будущий заступник родился в довольно состоятельной семье, но он никогда не проходил мимо бедных, которые нуждались в помощи. Так он узнал о семье, где случилось несчастье. И они потеряли все свое состояние. У родителей было 3 дочери, выдать замуж которых они уже не могли. Не было денег для приданого. Ждала бы их незавидная доля, если бы Николай не подкинул темной ночью в их дом 3 мешочка полных золота. Этот поступок молодого священника поразил людей в самые сердца, и дочери удачно вышли замуж. Родился святитель в III веке в Ликии, сегодня территории Турции, в довольно богатой и известной семье. С юных лет Николай готовился пойти по стопам дяди епископа, стать священником. Дядя же и возвел будущего святого в сан, поручив ему наставлять и воодушевлять паству. Святитель Николай слыл человеком чрезвычайно чутким, внимательным, всегда готовым поддержать и утешить страждущих. Унаследовав состояние после смерти родителей, священник не отступил от выбранной стези и продолжил свое служение, раздав все деньги нуждающимся. К имени Николая не зря часто прибавляют эпитет «кроткий». Очень скромный по натуре, он стремился делать все свои добрые дела в тайне, чтобы не смущаться и не испытывать неловкости от благодарности. За праведность получил от Господа он дар творить чудеса, исцелять больных и немощных, одарять благословением нищих, разговаривать с животными. Умер Николай в глубокой старости, совершив немало добрых дел, за что был особенно почитаем и уважаем паствой. После своей смерти канонизирован как один из приближенных к Божественному престолу и прозван угодником, угодным Богу. Останки святого вплоть до XI века хранились в Ликийской церкви в особом склепе. По преданию, мощи на протяжении нескольких столетий не поддавались влиянию тлена и источали ароматное мира, которым можно было исцелять болезни. Лидия, вы часто в храме здесь появляетесь, бываете? Ну, по выходным, когда бываю. То есть регулярно. Сегодня особенный день, говорят? Ну да, сегодня Николая Чудотворца праздник. Мы сейчас с мужем одни. Дети разъехались, так что ничего вроде такого. Больших праздников не будет, то есть все в храме? Да. Николай и нашего батюшки праздник. Поздравляю с праздником всех и нашего батюшку. Это торжество собрало несколько десятков жителей и гостей Сергиевского района в Кандабулакском храме. Это одна из самых старинных и больших церквей Сергиевской земли, построенная как наисложнейший инженерный объект, пережившая годы безбожия, осквернения и запустения. Она вновь сегодня ожила именно заботой настоятеля протоиерея Николая Анисимова и прихожан, а также меценатов. Сейчас там идет сложная и вдохновенная работа по росписи стен и сводов. Причем, как поясняют сельчане, их удивляет схожесть новых фресок с сохранившимися старинными изображениями. На 90-е начало. То есть с самых начала? До еще, пока батюшка Николай не начинал. Ну, обратите внимание, вот купола не было, колокольная половина не было. Вот видите, колокольная вот, да. В общем, все. Изменилось от и до. И заборы, вот смотрите, все в основном.
и вдоль речки, и речка, пруд, плотина, все здесь вот. А внутри мы заходили со стороны северной стороны, вот, там подвал, дрова заносили когда-то и печку я, которая под полом, в середине была, отапливалась дровами метровыми. И слышал от стариков то, что там эти, как их, этапы шли на север Сибири, эти. Они грелись вот в этом, в подвале, так скажем, внизу, где печка топилась под полом. Этап это про каторжан, те времена еще это, знаете, и уходили они дальше. Это я от стариков слышал. Вот. В общем, красиво, слов нету. Оживает храм? Ожило от и до, все прекрасно. С горы особенно она смотрится, или когда вот зимой едешь оттуда, вот снег идет, от вкрученные вот эти прожектора, они все заметны, прям по дороге из Сергиевс, когда едешь. Сейчас будут вот расписывать тот самый вот этот трехалтарный. И сами художники говорят, мы такого храма в области не видели, большого. Размер? Да, возможно. То, что знаешь, что строилось тогда, и мы тут кирпичи видели, когда разбирали это, собирали это самое. Ну, там, завод пермский номер один, каленые кирпичи, это когда-то же привозили. Ну, клины, возможно, местные, вот эти кирпичи, здесь клины много хватает. Богослужение 22 мая стало вдвойне торжественным, ведь день своего небесного покровителя праздновал не только храм, как мы уже сказали, но и его настоятель, протоиерей Николай Анисимов. Его поздравил лично епископ. Ваше высокопреподобие, дорогой отец Николай, настоятель святого храма сего, ваше преподобие отец Александр, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с престольным праздником этого предела, освященного в честь святителя и чудотворца Николая. Поистине преизрядный угодник Божий особо почитается в нашем Отечестве, всегда помогает. Ваше высокопреподобие, позвольте в этот светлый и радостный день поздравить вас с днем вашего ангела, пожелать вам доброго здравия, помощи Божией, трудов во славу Святой Православной Церкви, не оскудевающих, и чтобы по милости Божией Господь даровал вам доброе здравие и силы восстановить этот храм. Очень много трудов положено, очень много сделано, но Господь милостив, и мы, надеюсь, восстановим также и весь храмовый комплекс. Всех с праздником поздравляю, желаю мира, радости, всем Божьей благословения. И в честь вашего дня ангела позвольте вручить вам эту святую просвору. «Исполаете деспота». Именно эту фразу беспрестанно и торжественно исполнял хор. «Исполаете деспота» – фраза на греческом языке. Она означает «на многое лето владыка». Это песнопение православного архиерейского богослужения. Пожелание епископу «много лет жизни». Оно входит в число византийских аккламаций, которые представляли собой торжественные приветствия императора или патриарха, датируемые XIV веком. «Исполаете деспота» поется на всех службах с участием епископа, в первую очередь в архиерейском чине божественной литургии. Но вернемся к празднику. Источники, которые повествуют о традициях празднования Николы Летнего, часто разнятся, а иногда и приводят к явно языческим традициям Руси. К примеру, в народе ходит поверье, что на Николу молятся о здоровье, удачном браке и даже о благополучии хозяйства. Говорят, что сажать многие культуры до Николы не стоит, сохраняется опасность заморозков и так далее. Но главная традиция этого дня все же осуществляется в православном храме. Это исповедь и причастие. Почему сегодня решили причаститься в храм? Сегодня у настоятеля, отца Николая, день ангела. Есть домашние какие-то традиции вот, празднования? Таких православных праздников? Ну, желательно собрать стол, гостей, если будут встретить. Малышей, младенцев надо причащать, они сами не могут прийти в храм.
В этом Кандабулакском православном приходе есть свои особенные традиции празднования и грядущей Троицы, когда на молебен, крестный ход и последующую трапезу собирается все село, от души приглашая присоединиться и гостей. А значит, совсем скоро в храме Кандабулака вновь зазвучат праздничные песнопения.